Это Грей говорит в микрофон. Ла-ла-ла-ла-ла. Всем привет, это «Мысли вслух». Сегодня день города, мы скоро с минуты на минуту пойдем на площадь смотреть, что же там происходит. С утра был экологический шествующий парад, говорят, там было очень красиво, но я высыпался после работы. В 2 часа будет награждение видеоработы в честь города нашего. Вот время 13:24. То есть, получается, остается буквально полчаса с копейками. Вот. Глаза у меня снова красные. Не выспавшиеся. Хару-хару-хару. В общем, продолжение репортажа будет с места событий. То есть, с площади. Да? Да. Ну так вот, как и обещал, мы находимся в центре событий. Сейчас на сцене, я вам покажу, вон там происходит награждение каких-то лучших социальных объектов, торговых точек и так далее. Скоро с минуты на минуту должны поздравлять вот нас, видео представителей, точнее говоря. Блин, они меня сбивают, слишком громко орут, надеюсь, меня будет слышно. Скоро должны поздравлять нас, тех людей, которые снимали видео про город Канск. В основном про город Канск. В основном, да. Вот пойдем. Пойдем вон на ту сцену. Поднимемся, и я попытаюсь снять видео прямо со сцены. Вот. Ждите, скоро это будет. Тут друзья в сборе, все болеют за нас, болеют. Впервые в этом году так много вылезло людей из города, и мы наблюдаем это событие. Тут идут какие-то типа рыцари, тамплиеры, Assassin's Creed Forever. Дипломом третьей степени в номинации «Лучший балкон» награждается Кобелева Любовь Ильинична. А типа не узнал, да? 40 лет октября, своих не узнаешь. Дом 1, дробь 5. Смотри, Максим. Они копия друг друга. ...ходами, макулатурой и использование ее возможностей в благотворительных целях на приобретение детских книг и журналов. Конкурс любительского видеоролика о Канске «Это мое». Участники снимали... А огромная аудитория социальной сети ВКонтакте имела возможность подводить итоги. Для подведения итогов, для оглашения победителей приглашаю на сцену представителя, учредителя конкурса, дизайнера газеты «Это просто бомба» Александру Лосенкову. Добрый день, Канск! Мы любим тебя и говорим «Это мое». И я приглашаю на сцену лучших участников нашего конкурса. Сергей Томила, Эльфат Карымов, Владимир Мастренко, Алексей Чамин, Марьяна Персидская, Юлия Усольцева, Ирина Авдашкевич, Сергей Альшанников. Пластилин всегда украшает вашу жизнь и наполняет ее самыми яркими красками. Потрясающие подарки от салона магазинов «Цветник» получает Юлия Усольцева и Марьяна Персидская. Вот это весомый ведерко. 5 килограммов шашлыка для пикника в честь Дня города получает автор самых креативных роликов Сергей Альшанников. Спасибо. Здравствуйте. А ей получает Ирина Авдашевич. Очень большой, с ума сойти. Сладкий приз от этого спонсора. Да. Всем участникам проекта вручает руководитель отдела продаж Евгений Шаклин. Классно. Приятно учредить из Пикарева, ребят. Спасибо, спасибо. Дипломы конкурса «Это мое» участникам и спонсорам проекта, реализованного Канским городским собранием под патронажем газеты «Это просто бомба». А в заключение мы передаем слово нашему сладкому.
компании «Медиаресурс». Мы как партнеры данного проекта хотели бы тоже сделать небольшой подарок. И мы вручаем для этого за оригинальную музыкальную подложку видео под названием «Свадебный клип семьи Карымова», автором которого является Сергей Ольшанников. Спасибо большое. Это Грей говорит в микрофон. Это снова я, уже дома, после дождя, вручили подарки, кучу шашлыков, кучу печенья, диплом, уже дождиком промоченный. Вот и еще пакетик. Вот, сейчас мы посмотрим с вами, что в этом пакетике. Так. Европлюс! Никогда не слушал это радио, теперь придется начать слушать. Какая она большая, какая она черная. Надо докачаться до такого уровня, да? Широтизны. Где же наручник? Куда? Все, ну, пригодится, да. Где же наручник? Ладно, всем друзьям отдашь. Да, так, и самое главное. А где мой пакет? Они ничем не отличаются. Чипенюшки! Кстати, да. Ну что, Карымовы, вы рады, что упомянули вашу дружную семейку? Это было круто, потому что, во-первых, моего мужа вызвали на сцену, во-вторых, нашего лучшего друга Серегу вызвали на сцену, и вообще, ну... Меня переполняли эмоции. Еще я смотрела на Надежду Николаевну, и она восхищалась Сережей, восхищалась Ильфатом. О, да, мои мальчики вышли на сцену. Круто так было на нее. Все улыбались, все были рады. Наши мамы были рядом и тоже радовались и поздравляли. И было вообще супер здорово. Еще, Серега, ты не услышал, но я для тебя еще раз повторю, что видеоролик лучшим видеороликом на тему «Это мое» был признан видеоклип семьи Карымовых, который сделал Сергей Ольшанников. Так что поэтому тебе вручили отдельный пакет. Да, ты с нами должен поделиться, потому что ты нас использовал. Наш бренд. Вот. Ну, конечно, здорово. И спасибо огромное, Серега, тебе еще раз за твою работу. В ответ хочу сказать спасибо вам. Действительно, Ильфат сказал правду, я вас использовал. Ваши лица в клипе. Вы такие няшки, симпатяшки, классно смотрелись, и действительно это позитивно. И учредитель конкурса, Ольга, извините, забыл вашу фамилию, написала, что действительно это здорово, и очень много эмоций. Точка правда, да. Мама. Да, рамочку. Большую рамочку надо. Он уже покоцанный от дождя, помят. Добрый день. Очень приятно, когда твоего сынулечку поздравляют. Тем более такой праздник, праздник города. Я тебя люблю, сыночек. Да, молодец, это втройне. Молодец. Ну, на этой положительной, позитивной ноте мы приступим к чаепитию с чепенюшками Пикарёва. Реклама. Это Грей говорит в микрофон.